Собаки и их щенки учуяли запах туши. Они обычно не едят падаль, но этот кусок у них прямо под носом. Гиеновидные собаки – одни из самых выносливых хищников. В поисках еды они легко могут пробежать сотни километров. К несчастью для Каингу, свою неуемную энергию они направили на него. Леопард не может скрыть раздражение, но не осмеливается напасть в ответ. Собаки не только выносливы, но и развивают большую скорость на малой дистанции. Ему их не обогнать. Стая сменила тактику. Может быть, им удастся его прогнать? Каингу должен переждать и порадоваться, что собаки не умеют лазить по деревьям.